Работы по строительству нового корпуса планово ведутся в Брестской областной клинической больнице. Все необходимые документы прошли согласование, и начинается следующий этап – подготовка площадки под строительство. Работы будут вестись за счет республиканского и областного бюджетов. Новый корпус больницы объединит два блока на 4 и 7 этажей. В первом здании расположится приемное, операционное, стерилизационное и реанимационное отделение, а также отделение гемодиализа. В соседнем блоке – оказание помощи кардиологического профиля. Здесь же планируется разместить и два новых отделения для больных с инфарктами и нарушения ритма. Мы строим новые корпуса. Это 4-этажное и 7-этажное здание. На сегодняшний день уже изготовлена проектно-сметная документация, которая прошла согласование и утверждение в госстроэкспертизе. С пятна застройки практически на конечном этапе вынос инженерных сетей. Сделана разметка под строительство котлована. Ну и в том числе на стадии завершения строительства трансформаторной подстанции, которая будет снабжать электроэнергией строительный объект. Уже в следующем году Брестская областная клиническая больница отметит свой 80-летний юбилей.